Привет, мои друзья! Мы находимся в Светофоре, магазин низких цен. Подписан на мой канал, кто еще не подписался. Давайте с вами посмотрим скидочки. Я из Новосибирска. Кто меня не знает, звать меня Ирина. Ну все, давайте посмотрим. Ой, какая красотища! Это посмотрите, какой орнамент. Здорово. Вам какие нравятся больше, синие, зелененькие или красненькие? Мне все по одной нравятся. Ну прям вообще красотища. Так, давайте глянем. Тарелочка 19 сантиметров, фарфор, 78,50, Китай. Ну правильно, конечно, Китай. Ну прям мне вообще нравится. Красотища. Все культурненько, хорошо. Как же они все это везли-то, правда? Ну-ка зеленую взять, посмотреть. И зеленая красивая. Сама по себе, понимаете, расцветки все красивенькие. И красные. Все нарядное. Цвета красивые. А вот слушайте, а вот рядышком как пиалочки. Для пиал, конечно, они огромные, но можно и как для салата, и для всего. Это хоть что можно придумать. Слушайте, и здесь тоже вот. Ну-ка, давайте глянем. И зеленые, какие красивенькие. Слушайте, вот комплект, пожалуйста, можно соорудить. Сейчас вот эти мы уберем. И вот синенькие, тоже комплект. Красненькие. Ой, вообще красотища, правда же? Так, а ценник давайте глянем. Это называется салатник, 86,50, фарфор, Китай производство. Ну, вообще классно. Слушайте, ну... Ой, и синий, вот, смотрите. Вот, комплектах, да? Взял вот такую красоту и думал, вот такая будет. Не знаю, мне нравится очень. Я думала, там коричневая. Нет, это зеленая. Подумала. Ну, вообще, конечно, здорово все. С удовольствием такую красоту бы купила. Отличненько. Сколько много навезли. Ведра, посмотрите, какие. Здесь такая выемка, чтобы выливать хорошо, удобно было, не проливалось. Ведро-ведро сделали. И как доставать? О, достала. Ну, шоколадного цвета и, видите, рисуночки красивенькие. Так, сейчас посмотрим ценник. Так, ведро 88 рублей, 12 литров, производство Россия. Вот, отличненько. Кашпо-то какие огромные. А там внутри еще кашпо. Это что, набор, что ли, идет? Что-то мы не увидели с вами. Это бак. Бак, это вот этот бак. Огромнейший. Ну, давайте бак глянем. 628 рублей, 80 литров. Производство Россия. Запаха нету, сразу говорю. Ну, баки огромные, крышки к ним хорошие такие, пластик хороший. Прям такой тверденький, прям хороший. Очень огромный ассортимент, конечно. Чего только нету. И ведра хорошие. Вот тазик. Кто-то тазик спрашивал у меня. Вот тазы большие, глубокие есть. Сейчас мы глянем ценник. Таз круглый, 124,90. Производство Россия. Тоже огромный ассортимент, конечно. Все цвета хорошие. Мой любимый цвет шоколадный. А интересно, вот это без крышечек идет, интересно. Наверное, без крышек идет. Ну вот крышечку тоже хорошо было бы, потому что мне спрашивали, крышка есть или нету.
Ну, другие ведра. Но вот эти бы тоже бы надо знать. Так бы было бы классно. Привет, мои друзья! Мы находимся в Светофоре. Магазин низких цен. Подписан на мой канал, кто еще не подписался. Давайте с вами посмотрим скидочки. Я из Новосибирска. Кто меня не знает, звать меня Ирина. Ну все, давайте посмотрим. Сколько много навезли. Ведра, посмотрите, какие. Здесь такая выемка, чтобы выливать хорошо, удобно было, не проливалось. Ведро сделали. И как доставать? О, достала. Шоколадного цвета, и видите, рисуночки красивенькие. Так, сейчас посмотрим ценник. Так, ведро 88 рублей, 12 литр, производство Россия. Вот, отличненько. Кашпоты какие огромные. А там внутри еще кашпо. Это что, набор, что ли, идет? Что-то мы не увидели с вами. Это бак. Бак, это вот этот бак. Огромнейший. Ну, давайте бак глянем. 628 рублей. 80 литров. Производство Россия. Запаха нету, сразу говорю. Ну, баки огромные. Крышки к ним хорошие такие. Пластик хороший. Прям такой тверденький. Прям хороший. Очень огромный ассортимент, конечно. Чего только нету. И ведра хорошие. Вот тазик. Кто-то тазик спрашивал у меня. Вот тазы большие, глубокие есть. Сейчас мы глянем ценник. Таз круглый 124,90. Производство Россия. Тоже огромный ассортимент, конечно. Все цвета хорошие. Мой любимый цвет шоколадный. А интересно, вот это без крышечек идет, интересно. Наверное, без крышек идет. Ну вот крышечку тоже хорошо было бы, потому что мне спрашивали, крышка есть или нету. Ну, другие ведра. Ну вот эти бы тоже бы надо знать. Так бы было бы классно. Ой, какая красотища. Это посмотрите. Какой орнамент. Здорово. Вам какие нравятся больше, синие, зелененькие или красненькие? Мне все по одной нравятся. Ну прям вообще красотища. Так, давайте глянем. Тарелочка 19 сантиметров, фарфор 78,50, Китай. Ну правильно, конечно, Китай. Ну прям мне вообще нравится. Красотища. Все культурненько, хорошо. Как же они все это везли-то, правда? Ну-ка зеленую взять, посмотреть. И зеленая красивая. Сама по себе, понимаете, расцветки все красивенькие. И красные. Все нарядное. Цвета красивые. А вот слушайте, а вот рядышком как пиалочки. Для пиал, конечно, они огромные, но можно и как для салата, и для всего. Это хоть что можно придумать. Слушайте, и здесь тоже вот. Ну-ка, давайте глянем. И зеленые, какие красивенькие. Слушайте, вот комплект, пожалуйста, можно соорудить. Сейчас вот эти мы уберем. И вот синенькие, тоже комплект. Красненькие. Ой, вообще красотища, правда же? Так, а ценник давайте глянем. Это называется салатник 86,50, фарфор, Китай производство. Ну, вообще классно. Слушайте, ну... Ой, и синий, вот, смотрите. Вот комплект, да? Взял вот такую красоту и думал, вот такая будет.
Не знаю, мне нравится очень. Я думала, там коричневая. Нет, это зеленая. Подумала. Ну, вообще, конечно, здорово все. С удовольствием такую красоту бы купила. Отличненько.